Привет всем! По многочисленным просьбам моих консультантов в сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о программе «Подарки всем». Если вы являетесь консультантом и в 2014 году вы оформляли заказы, то вам за ваши заказы начислялось определенное количество баллов. Баллы у вас накапливались на определенном виртуальном счету, и эти баллы можно обменять в подарки. Подарки даются за 100 баллов, за 300 баллов и за 500 баллов. Соответственно, стоимость подарка, она увеличивается с тем количеством баллов, которые вы накопили. Баллы будут накапливаться до 14 периода включительно, а потратить их можно до 16 периода. Поэтому не упустите такую возможность. Обязательно проверьте состояние вашего счета и обменивайте баллы на подарки. Как можно узнать, какое у вас количество баллов? Если вы обслуживаетесь на каком-то АП, в каком-то офисе города и исключительно через них оформляете заказы, то вы при оформлении своего следующего заказа просто тому человеку, кто у вас будет принимать заказ, спросите у него, какое количество баллов вы накопили. И если вы накопили 100 баллов от 100 баллов, то, соответственно, вы в свой заказ можете включить свой подарок. Если вы сами оформляете заказ через свой личный кабинет, то состояние своего счета вы можете посмотреть также в своем личном кабинете. И я сейчас покажу, как это работает, как это действует, где можно посмотреть, какое количество баллов вы накопили в течение 2014 года и как можно потратить эти баллы. Ну, во-первых, где вы можете посмотреть, какое у вас количество баллов. Вы открываете свою личную страничку в личном кабинете, на сайте, на официальном сайте Faberlic. Там есть кнопочка «Вход для консультантов». Вы нажимаете эту кнопочку, у вас появляется возможность ввести логин или пароль. Сейчас я вам это покажу, для тех, кто не знает. Регистрационный номер и пароль вам присваивались при регистрации. Поэтому, если вы не помните, обратите к своему наставнику, обратитесь, и он вам подскажет, либо восстановит пароль. Вот вы открываете официальный сайт Faberlic. И здесь будет вкладыш «Вход для консультантов». Нажимаете его и вводите свои данные. Вот я оказалась на своей личной страничке. И прокручивая колесиком вниз, в разделе «Мой бизнес», вы как раз найдете, что сумма накопленных баллов у вас составляет какую-то определенную сумму этих баллов, какое-то количество. Можете нажать кнопочку «Подробнее». Здесь будет расписано, что значит накопительная программа «Подарки всем». Все подробности. У меня маленькое количество баллов, потому что я уже потратила. И как нужно потратить, как можно потратить эти баллы? Ну, во-первых, эти баллы нужно успеть потратить до 16-й кампании. Включительно. Поэтому у кого накопилось определенное количество баллов, зайдите, посмотрите, и вы можете обменять их на подарки. Что делаю я? Я нажимаю кнопку «Оформить заказ». Вот появляется табличка. Если кто уже оформлял заказ, он знает, как это выглядит и что нужно делать. Если кто не знает, я инструкции давать не буду. Все инструкции есть также на личной страничке. Там есть специальные разделы для новичков, либо можете опять же обратиться к своему наставнику. Я просто пробиваю пакетик. Вы можете набить свой любой заказ. Можно просто пробить пакетик 9820, его артикул. Стоимость его 1 рубль. Вбиваете этот артикул, нажимаете кнопку «Продолжить оформление заказа». Потом еще «Продолжить оформление заказа». И ну, здесь у меня очень-очень много всего. Возможно, того, что у вас нету. И вот в разделе промо-акции, сработавшие промо-акции, у вас в самом конце будет акция «Подарки всем». Я нажимаю на эту акцию «Подарки всем», и здесь у меня накопительная программа «Подарки всем». Еще раз нажимаю. И появляется отдельное окошко, где мне предлагается выбрать подарок. Либо за 100 баллов здесь перечень продуктов. Я ставлю количество, которое мне нужно, например, один, либо плюсик нажимаю. Нажимаю «Выбрать», здесь есть кнопочка «Выбрать». И он добавляется. Он добавится, этот продукт, мой заказ. Также здесь есть за 300 баллов подарки, тоже перечень. И есть за 500 баллов. То есть, в соответствии с тем, какое у вас количество баллов на данный момент, ну, я бы на вашем месте порекомендовала накопить баллы до 16 периода, а уже потом только в 16 периоде посмотреть. Может быть, у вас там не хватает всего лишь 20 баллов до 300 или до 500, и сможете что-то более крупное выбрать. Можете, допустим, если вас привлекают подарки за 100 баллов, вы можете взять 5 подарков
за 100 баллов, если у вас 500, например, баллов, и так далее. То есть вы можете своим количеством баллов распоряжаться, как вы хотите. Если у вас 500 баллов, вы можете один подарок за 300 баллов взять и два подарка за 100 баллов. Это уж вы как хотите. И вот, ну, так как у меня 100 баллов, я выбираю, ну, первое, что попадается, на мой взгляд, и нажимаю «Выбрать». И обязательно мы нажимаем «Применить изменения», иначе подарок у вас не добавится в ваш заказ. От всего лишнего не забудьте отказаться. Здесь включаются каталоги. Если они вам не нужны, вы тоже нажимаете кнопочку «Отказаться» и обязательно нажимаете кнопку «Применить изменения». Иначе все изменения, которые вы ввели, все отказы, они у вас не зафиксируются. И вот, как вы видите, пакетик за рубль и за 1 рубль мой подарок. Все, стоимость моего заказа 2 рубля 80 копеек без сервисного сбора. Плюс у вас там сервисный сбор за доставку прибавится, когда вы утвердите заказ. Если же вы заказ оформляете через офис какой-то определенный, через АП, то есть вы сами не умеете оформлять заказы, вы также приходите в офис и говорите: у меня там накопилось определенное количество баллов, можете посмотреть сколько. И вместе с этим человеком, который будет вам оформлять заказ в офисе, вы выберете подарок. Она вам продиктует, что входит в 100 баллов, 300 баллов, 500 баллов. Можете заранее также посмотреть на сайте, где-нибудь в новостях найти информацию об этой программе, что входит в набор за 100 баллов, за 300, за 500. Я не знаю, может быть, в прайс-листе есть, но я прайс-листы не смотрю. Поэтому скажите: я хочу выбрать подарок. И если у вас хватает на подарок, то вы выбираете, она просто вам добавляет заказ, тот консультант, тот менеджер, который будет сидеть в офисе. И вы также включаете этот свой подарок в свой заказ. Также можете пробить просто пакетик. Если у вас еще все-таки возникли какие-то вопросы, то обязательно задавайте их, как всегда, в комментариях внизу к этому видео. Спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока.